друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр», в студії Аніта Рашевська. Як зустрічати Новий рік без головного болю? Дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Жизнь чоловіка состоїть в тому, щоб стяжати благодать Духа Святого. Зачем це робити? Це потрібно для того, щоб навчитися любити. Пост рождественский – это пост радостный. То есть, как бы, радость от того, что рождается Богомладенец. Новый завет, который учреждает Бог и человека, спасает человека. Поэтому вот какую радость мы обретаем в Рождестве Христовом. Вся земля, все небо торжествует и сливается в едином порыве. Слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человечах благоволение. Відволіктись від суети і правильно налаштуватись на свято. Ми пропонуємо вам, друзі, саме зараз, разом з нашим сьогоднішнім героєм. Друзья мои, мы сегодня в гостях у настоятеля церкви святого мученика Иоанна Воина, иерея Андрея Чиженко. Воскресный день, торопиться никуда не нужно. И можно попить чаю, который вот горячий, батюшка уже его нам приготовил заботливыми руками его матушки. И знаете, вот хорошо, правда. И хороший собеседник, отец Андрей. Отец Андрей, здравствуйте. Спаси Господи. Здравствуйте, Анита. Очень рады. Мы тоже очень рады, отец Андрей, что вы пригласили нас в гости. Спасибо. У нас есть такая благочестивая традиция в канун рождественского поста встречаться, заговляться на рождественский пост. Но в этом году уже пост начался, но что ж традицию ломать, правда? Нехорошо. И поэтому, отец Андрей, вот мы у вас в гостях, и мы уже прожили, сколько мы прожили? Уже 6 дней рождественского поста, да? Да, слава Богу, с Божьей помощью, да. Ну, дорогие братья и сестры, в первую очередь хочется поприветствовать вас с рождественским постом. Хочется пожелать всем нам, чтобы мы дожили до Рождества Христова в одеждах, убеленных покаянием, в телах, очищенных постом, в душах, очищенных покаянием, очищенных исповедью, соединенных с Господом и Богом и Спасом нашим Иисусом Христом в таинстве причащения, чтобы мы встретили Рождество достойно, великий и славный праздник Рождества Христова, которое суть солнца для человеков и начало спасения всего человечества, скажем так. Ну и, конечно, интересны ваши слова по поводу воскресения. Но знаете, всегда, вот когда, можно так сказать, что для мирянина всегда суббота, воскресенье – это выходной день. Ну, выходной день. Но, как вот показывает священническая практика, то у священника по практике суббота, воскресенье – это самые напряженные дни. То есть для нас как бы это самые активные в богослужебном участии дни. Для нас, например, вот почему сложно, когда есть друзья миряне, с ними как-то сосуществовать, соединиться, потому что у них все праздники, годовщины, юбилеи, дни рождения, они припадают на субботу-воскресенье. А у тебя суббота-воскресенье – это действительно самые сложные, самые занятые дни. А для священника выходной, наоборот, получается понедельник. Вот мы встретились сегодня с вами 3 числа, да, например, то есть как бы в междучасе, если так можно выразиться, божественная литургия уже прошла, и скоро наступит всеночное бдение, большой дунадесятый праздник, бдение в храм Пресвятой Богородицы, которое будет у нас в понедельник. И поэтому, конечно, 4 декабря, то есть завтра. И поэтому, конечно, ну, как бы для священника это дни особой радости, особого трепета, суббота-воскресенье, в которое как бы священническая душа, она действительно преображается. И вот в рождественский пост должна преобразиться душа каждого православного христианина, потому что эти 4 великие посты, рождественский, великий пост, пост Успенский, пост Петров, они нам даны для того, чтобы сугубо приблизиться к Богу. Итак, жизнь православного христианина является приближением к Богу, но именно как бы эти 4 поста, это как вот есть хорошая такая православная поговорка, когда монах должен уподобляться ангелам, а мирянин должен уподобляться монаху. То есть как бы когда мы как бы углубленно отъединяемся внутренне, сердечно от мира, углубляемся в молитву, углубляемся в пост,
углубляемся в созерцание себя, для того, чтобы что? Как в молитве преподобного Ефрема Сирина, даруй мне зреть мои прегрешения, чтобы мы в самом себе рассмотрели свои прегрешения, которые часто для человека является движущей силой и мотиватором его поступков, потому что человек не движется по законам добра часто. Как говорил святой Верховный апостол Павел, «Чего доброго хочу доброго, но я этого не делаю, а злого не хочу, я это делаю», понимаете? Вот от этого нам надо избавляться, потому что часто грех и укорененная страсть внутри человека, она является его движущей силой. Она является мотиватором его поступков, и как бы он входит в этот мир и действует в этом мире как бы страстью, приумножая грех, приумножая беззаконие. И именно для этого установлен пост, для того, чтобы человек в самом себе обнаруживал эту страсть, для того, чтобы человек сам себе, он эту страсть, ну, с Божьей помощью, конечно, он не может ее искоренить собственными силами, но в нем может возбудиться желание искоренить данную страсть, и, конечно, это нужно делать с помощью таинств церковных, с помощью исповеди, с помощью покаяния, с помощью таинства причастия, с помощью других как бы церковных таинств, богослужений. Но в первую очередь, в самую первую очередь, конечно, православный христианин должен в великие посты и не раз исповедоваться и причаститься. Это как бы самые такие главные базисные моменты для православного христианина, потому что в таинстве исповеди мы через устное исповедание своих грехов мы очищаемся от греха, мы как бы приближаемся к Богу, а в таинстве причастия мы уже соединяемся с Ним как бы непосредственно, физически, если можно так выразиться, потому что тело и кровь Христова – это величайшая святыня православной церкви, которая попаляет наши грехи и без которой невозможно вхождение человека в Царство Небесное, оно невозможно. Почему? Потому что это слова самого Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который в Евангелии от Иоанна сказал следующее в 6 главе, что «Аще кто не вкушает тело и крови моего, в том нет жизни». То есть именно тело и кровь Христова возбуждает в человеке жизнь. И человек такой, он как бы, ну, расцветает, как цветочек, расцветает, как нежное деревцо, оно распускается как бы, а человек, который не вкушает тело и кровь Христову, для такого человека жизнь – это постепенное умирание, постепенное увядание. Поэтому, конечно, в чем разница, как бы, если рассматривать, то рождественский пост – это пост радостный, то есть, если Великий пост, да, он тоже как бы радостный, он тоже перед Пасхой, перед великим праздником Светлого Воскресения Христова, но там как бы он, ну как бы в нем начало, в нем это скорбные аккорды, начинание, да, изгнание Адама из рая, первый день поста, воспоминание сокрушения, Адамов плач перед вратами рая за свой первородный грех совершенный, за как бы свои действия, плач о потерянном рае, и человек как бы он ввергается в глубину покаяние, в глубину как бы греха содеянного, не в глубину греха ввергается, а в глубину осознания этого греха, для того, чтобы как бы пройти Голгофу, вот эту Христову Голгофу и свою личную Голгофу, личные страсти Христовы пройти и как бы прожить их, для того и нужен Великий пост. То пост рождественский – это пост радостный. То есть как бы радость от того, что рождается Богомладенец. И он рождается для того, чтобы спасти людей. Поэтому вся земля, все небо торжествует и сливается в едином порыве слава Вышнему Богу и на земле мир, в человеках благоволение. То есть слава Вышнему Богу. Вышний где-то? Это в духовном мире. То есть в духовном мире, в небе духовном слава Вышнему Богу. И на земле мир, то есть как бы Господь пришел примирить Бога и человека. Пришел разрушить страсти, разрушить грех, разрушить рабство греха, рабство человека дьяволу, он пришел это все разрушить. И поэтому на земле наступает мир, и в человеке как благоволение, то есть благая весть, как бы новый завет, который учреждает Бог и человека, спасает человека. Поэтому вот какую радость мы обретаем в Рождестве Христовом. Как бы можно сказать так смело, что в Рождестве Христовом мы как бы рождаемся тоже все. То есть воскресает наш как бы небесный человек.
Этот пост, он имеет всегда строгие границы. Если Великий пост плавающий, потому что он зависит от Пасхи, то пост именно рождественский всегда имеет строгие границы. Он всегда начинается 28 ноября, в день памяти святого апостола Филиппа. И поэтому он еще называется по-украински такое интересное название «Пилипівка», то есть или «Филиппов пост». «Филиппа пост» часто его называют. И этот пост, он как бы всегда заканчивается 7 января. Он сам пост по своей структуре, если так разобраться, разделен на две неравные части. Первая часть 27-28 ноября по 2 января. И вторая часть с 2 января по 6 января включительно. То есть практически пост... Вообще, желательно иметь такие вот православные календарики или другого любого формата. Почему? Потому что можно увидеть, что на каждый день тут расписано как бы питание. Что есть, что пить. Что есть, что пить, да, скажем так. То есть по уставу церковному. Но в принципе, если так разобраться, то церковный устав, он определяет следующим образом, что ангельский пост... Рыбу нельзя кушать в понедельник, среду и пятницу. Не кушается рыба, естся вареная пища. Там можно посмотреть с елеем или без елея, это тоже можно посмотреть, потому что там часто могут полейные праздники преподать, очень много праздников в рождественском посте. Часто планочка поста для мирянина может быть следующая. То есть среда, пятница не вкушается рыба, то есть можно есть растительную пищу с елеем. И все остальные дни, кроме среды, пятницы, можно есть рыбу. То есть тоже вареная пища с елеем, то есть растительная пища с подсолнечным маслом. И можно есть рыбу и морепродукты. То есть рыбью икру, там, кальмары, как бы, или... Красную икру, черную. Красную икру, черную икру. Да, если возможность как бы преподать. Ну, можно поесть и карасиков жареных, знаете... как бы из какого-то озера или из какой-то речки. Дело, не в том, что как насытить себя в пост, а дело в том, как бы, что устав церковный по поводу пищевого поста, он нужен для чего? Нужен для того, чтобы смирить свое тело, для того, чтобы обуздать свое тело. Его следование этому церковному уставу, оно как бы как раз и дает человеку как бы возможность управлять своим телом. То есть две вещи. Возможность очистить свое тело. Для чего? Для того, чтобы оно стало не гирями, знаете, для души такими, он наелся, ой, как мне тяжело, как я там на диван сразу хочу. А он... Сытое брюхо к молитве глухо, да? Сытое брюхо к молитве глухо, совершенно верно, да. А наоборот, для того, чтобы оно стало добрым помощником души на пути ко спасению. Поэтому, как бы, я же говорю, церковный устав предполагает следующее. То есть среда, пятница. Вообще в этот пост не вкушается животная пища животного происхождения. То есть масло, яйца, сыр, молоко, мясо, кроме рыбы. Рыбу есть можно. То есть, как бы, среда, пятница – это растительная пища с елеем. И все остальные дни, как бы, можно кушать рыбку. Но я же говорю, можно смотреть по уставу церковному. Отец Андрей, можете понедельник попоститься, как по уставу. Это уже так благочестиво. Вот, отец Андрей, пища, она, конечно, хорошо, да, телезрители? Хорошо пища, но ведь не хлебом единым сыт человек. А вы понимаете, дело в том, что рождественский пост, он как раз выпадает декабрь, вообще это такой безумный месяц перед Новым годом. А вы говорите, что пост – это в первую очередь отход от суеты, углубление в себя. А когда же в себя-то углубиться, когда просто не досуг, потому что нужно кучу дел переделать? Вы понимаете, я вам скажу так, что ошибка человека в чем состоит? Человек мирской, понимаете, он живет мирской суетой и мирскими делами. Он тогда может праздновать все. Может праздновать Пасху, может праздновать Хэллоуин, может праздновать 1 мая, может праздновать день революции 7 ноября. То есть для него нет разницы. Главное, был бы повод к празднику. Понимаете, человек, который живет церковной жизнью, он живет богослужебным ритмом, ритмом богослужебным церкви. То есть, например, для церковного человека Новый год – это праздник, который не является столь важным. Он ждет Рождества Христова. Понимаете, он ждет Рождества Христова. То есть, он ждет для него это. Но если по сути, давайте разберемся, что такое Новый год.
Да? Новый год это, ну и давайте сейчас вернемся, чтобы мы не сбивались с ритма пищевого поста. То есть вот и до 2 января поститься следующим образом. Все-таки тесарей возвращаетесь к еде. Мы забудем. Не-не, сейчас мы забудем. До 2 января следующим, а с 2 января до 6 января пост углубляется. То есть как бы естся только растительная пища. То есть как только растительная пища с Оилием. И 6 января особенно углубленный пост. То есть как бы до окончания вечернего богослужения, как правило, вообще ничего не естся. В народе до первой зари, да. То есть, ну, в идеале, когда на вечернем богослужении рождественском выносится подсвечник после богослужения с горящей свечой, которая символизирует Вифлеемскую звезду. И вот тогда уже люди расходятся по домам, вкушают колево или сочево, да. В идеале это было... пшеничка с медом, ну, сейчас часто заменяется на рисом, то есть и потом уже люди готовятся на исповедь, на причастие и ждут уже 7 января, когда уже можно будет когда можно будет отпраздновать Рождество Христово на Божественной литургии, и после литургии уже можно разговеться 7 января. Ну вот, возвращаясь, как бы это так, чтобы мы не забыли. Нет, потому что мы забудем, потом увлечемся разговором и забудем. Да. Все-таки еда, друзья мои, вещь, она не такая уж и второстепенная. Ну, да, знаете, как бы, ну, не второстепенная, вы в чем-то правы. Почему? Потому что, понимаете, есть в Византии такая хорошая была поговорка. То есть в Византии очень было много богословов, но мало христиан. Богословов было много, христиан было мало. Поэтому, знаете, одно дело рассуждать о высоких материях, а другое дело идти этим путем. А поход этим путем с чего начинается? Со смирения себя, собственного тела, с того, как ты его как бы смиряешь, как ты смиряешь себя, как ты идешь по этому пути. Поэтому, знаете, думать и говорить, что я прочитал 12 томов святителя Иоанна Златоуста, это замечательно, я могу это сделать, могу прочитать. Но если я так не живу, как он говорит, то как бы это все, что я прочитал, это пустота, это ничто. Потому что знание надмевает, а путь, но как апостол Иаков Братоспорень говорил, что вера без дел мертва. То есть мы не можем как бы без дел спастись. Поэтому пища как раз это тоже есть дело ради Христа. Это посильная жертва ради Христа, которую человек приносит. Вот, а насчет праздников, вот, конечно, если так разобраться, мы так быстренько пройдемся, чтобы уложиться в формат, есть два спотыкачи, два камня преткновения в этот пост. Это Новый год и рождественский сочельник. Я вспоминаю, как раз меня рукополагали на рождественский сочельник, как бы я никак не мог исповедоваться, как по, и не мог поймать, уже было поздно, не мог поймать такси, потому что в рождественский сочельник как бы николаевцы ездили, развозили, так сказать, кумовьям торбы. Вечерю, да? Вечерю, да. Понимаете, это не сильно хорошо. Почему? Потому что Новый год, если разобраться, что такое Новый год? Новый год – это арифметическое число. Да, оно важно психологически, как для человека. Интеллектуально, психологически. Ему надо сесть в Новый год, да, подвести итоги прошлого года, какие успехи, какие неудачи, что он выполнит, что не выполнит, да, и как бы сделать план на следующий Новый год. И для православного христианина что он должен сделать в Новый год? Он должен поблагодарить Бога за прошедший год и попросить благословения Божьего на год следующий. То есть как вот что он должен сделать. Поэтому часто вот среди православных христиан, и это очень была честивая, хорошая традиция, распространены на Новый год ночные литургии. То есть как бы служится вот, встретить Новый год на литургии. То есть это одновременно и благодарственная жертва Богу, и благодарственная жертва Христу, но с другой стороны, и как бы мы просим как бы у Бога благословения на следующий год. Это самая, конечно, была честивая традиция. Но и надо помнить, что исторически новых годов в жизни человечества было очень много. То есть март, древних славян, византийский Новый год, который начинается 1 сентября по старому стилю, допетровский Новый год, вернее, петровский Новый год, который начинается 14 января по юлианскому календарю, ну, по новому стилю, и уже григорианский календарь, на который нас перевели коммунисты, это 1 января, то есть по новому стилю. И если мы разберем традиции народные различных стран, то чуть ли не в каждый месяц у различных стран Новый год. Mm-hmm.
Понимаете, то есть надо это понимать. Надо понимать, что, конечно, очень хорошо было по старорежимному праздновать Новый год. Потому что человек, что он праздновал Рождество Христово, и потом сразу 14 января у него начинался Новый год. То есть как бы он плавно перетекал, то есть как бы не было этого камня, когда человек, вот все стреляют, ну, новоначальный он еще, православных христиан, вспоминаю по себе, как там хочется, там стреляют салюты, выйти, там огромная масса народа, ты как бы вовлечен в этот водоворот событий. То есть как бы, ну, нужно помнить, что Новый год можно праздновать, но праздновать его скромно, в кругу семьи желательно. Желательно, я же говорю, хотя бы с благодарственным молебен Новому году, вернее, Богу за прошлый год и с призыванием Святого Духа на Новый год. С божественной литургией, если это возможно, конечно. Или просто помолиться, почитать благодарственные молитвы за то, что Господь сподобил прожить еще один год. Таким образом, можно, Новый год можно попраздновать. Но, конечно, вот этот разгул, и особенно, когда у нас это связано с язычеством, это связано с всякими китайскими вот этими поклонениями идолам, то дракону, год быка, год красного быка, год зеленого быка, год песочного зайца, год сиреневой змеи, там, ну, у них масса различных этих, то надо понимать, что человек, который поклоняется, он как бы празднует по такому принципу Новый год, то он поклоняется этим животным. Ну, и он страшно то, что человек, как бы человек, образ и подобие Божие, он принимает в себя как бы черты этих животных. Я родился в год кабана, значит, что мне надо? Мне надо хрюкать, да? Если я родился в год дракона, то значит, я должен быть там сильным, мощным, всех рвать. То есть человек как бы принимает на себя образы как бы вот этих вот животных. И это, конечно, страшно. Он уже дает себе внутреннюю установку, что я должен вести себя как вот эти вот животные. Отец Андрей, будьте добры. Ну, конечно, еда едой, все равно это такое дело. Ну, пусть телезрители не обижаются, но все-таки это не самое главное. А вот все-таки самое главное, на что следует обратить внимание всем, и церковным людям, и нецерковным, и те, которые заходят в церковь иногда. Начался рождественский пост. Как провести его в мире и благодушии? Понимаете, самое главное, здесь что надо сказать в нескольких словах? Нужно сказать, что самое главное, что мы должны стяжать. Мы должны стяжать Святого Духа, как говорил преподобный Серафим Саровский. Жизнь человека состоит в том, чтобы стяжать благодать Духа Святого. Зачем это делать? Это нужно для того, чтобы научиться любить. Научиться любить Бога, научиться любить людей. А это в первую очередь нужно сделать через две вещи. Через таинство церковное, в первую очередь через таинство исповеди, через таинство причастия и через дела милосердия. То есть через что? Через как бы посещение больных, посещение в тюрьмах заключенных, творение добрых дел, как бы, то есть пост как бы он двоякий, очищение души человеческой, очищение тела, и кроме того еще творение дел милосердия, для того, чтобы мы здесь на этой земле творили добро. Для этого и дается нам пост. В этом мы соединяемся с Богом. Поэтому вот что в первую очередь хотелось сказать по этому поводу. Ну и также мы говорили с вами о Новом Годе, хочется сказать и о рождественском сочельнике. Рождественский сочельник – это время сугубой молитвы. Это время, когда человек должен углубиться в православное богослужение, которое в рождественский сочельник является практически непрерывным. Там царские часы, литургия Василия Великого, там повечерие и так дальше, оно непрерывным является. То есть как бы в этот день вот как бы войти в эту пещерку, рождественский вертеп, где родился Христос, но никак не провести этот день в пьянстве, в объедении, там как бы можно встретиться с родственниками, но чтобы все было скромненько. Почему? Потому что уже через буквально на следующий день начинается с 7 по 18 число января святки. Ходи, отдыхай, общайся с родственниками, коледуй. Посиди, немножко покушай, немножко встреться с крестными детьми, с крестниками своими и так дальше, и так дальше. Вот. Но именно 6 числа удели этот день Богу, углубься в пост, чтобы достойно, не с отягченным животом, не с какими-то грехами встретить Рождество Христово, а встретить Его
исповедовавшись, встретить Его причастившись. Тем более, что такой сон угодников Божьих празднуется в Рождественский пост. Да? 4 декабря введение в храм Пресвятой Богородицы, завтра. 7 декабря Великомученицы Екатерины. 13 декабря апостола Андрея Первозванного. 17 Великомученицы Варвары. 19 святителя Николая Чудотворца Мирликийского. 25 святителя Спиридона. 1 преподобного Амфилохия Почаевского. И такой сон великих угодников Божьих, он прокладывает нам путь через этот пост к Рождеству Христовому, чтобы мы должны знать, что мы должны праздновать не по-мирскому Рождеству, Рождественский пост, то есть как бы предаваясь каким-то увеселениям, но углубляясь в праздник, углубляясь в Бога. Это самое главное. Очищать свою душу, очищать свое тело, приближаться к Богу и творить дела любви, дела милосердия, дела братолюбия на этой земле. С Рождественским постом вас, дорогие братья и сестры, поздравляю сердечно. Настоятель церкви святого мученика Іоанна Воїна Ірий Андрій Чиженко впевнений, якщо в твоєму житті є Бог, ти ніколи не будеш на самоті. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.